Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами BlackSandVinci. Сегодня вышел новый трейлер фильма Форсаж 8. Давайте без каких-либо комментариев просто посмотрим на это. Погнали! Народ, все внимание! Мы были одной командой, но правила изменились. Электор, это теперь наш враг. Неужели ты отвернешься от нас? Отвернулся. Удар. Знаю, выглядит ужасно, но я бы не торопилась с выводами. Есть только один шанс вернуть его. Полуокер на месте. Не делай этого, Доминик. Готова? Уверяю тебя. К такому никто не готов. Она лучшая из киберпреступников. В Нью-Йорке 1000 машин. И сейчас они все мои. Начинаю понимать, каково копам гоняться за нами. Ебать, что это за хуйня? Тормозите! Бля. О, вот это угар, боже, это сам. Там еще подводная лодка будет. Это лучше, это фильм года. Абу-Даби. Лондон, Абу-Даби. Куба. Куба. Раньше наши дороги уже пересекались. Да? Просто ты об этом не знал. Охуеть. Пришло время напомнить. Вот это совпадение. У меня не было выбора. Если хотите поймать Доминика, вам понадобится помощь. Объясните, кто притащил сюда британского уголовника? Твой топик перекрывает доступ кислорода к мозгу. Носи размер побольше. Придется работать вместе. С радостью. Наконец-то. У нас есть танк. Моя очередь. Бум, детка! Можно сразу 10 поставить на кинопоиск? Я уверен, они это будет охуенно. Это будет сказал, безумнее, будет чем безумный Макс. Ёб твою мать. Торпеда! Руль держи! В смысле? Блять, это пиздец! Это шедевр, нахуй! Не знаю, что ты задумал, но уверена. Ты любишь меня. Блять, это шедевр, бля. Огонь! Сейчас тряхнет! Это заочно лучший фильм года, я как бы. Вопросов нет. Форсаж. Ёпт. 8. Кино с 13 апреля. Ну что ж, ребят, я посмотрел новый трейлер фильма «Форсаж 8». Тут без комментариев, я как бы комментировать даже не буду. Тут все понятно с первого взгляда. Это будет лютый угар и просто... Там вообще... Там логики нет, понимаете? Как бы Пол Уокер умер. Как бы драматичный фильм, седьмая часть, драматичный фильм. Они сделали, да, уход. А здесь теперь надо, чтобы, блядь, больше вот этой всякой еботни было. И они сделали больше еботни. И... Машины нахуй с потолка, блядь, валятся. И этот дебил, блядь, ногой, короче, торпеду, короче, от... Ой, блядь. Это... Всё, я не знаю. Я сейчас буду этот трейлер 5 раз пересмотреть. Ну, это вот... Это шедевр. То есть, понимаете, что вот это вот шедевр. Я, конечно, не знаю, как это кино будет выглядеть. Но пока это выглядит как... Номинация на лучший фильм года. Я надеюсь, в этом году Форсаж сможет взять свою достойную номинацию и сделает все как надо. Я в это очень сильно верю. Я очень сильно переживаю за Форсаж. В этом году, я надеюсь, вы возьмете. Вы придумали очень гениальный сценарий, в кавычках нет. Поэтому соберите все. Вон «Лунный свет» вообще не заслуживает «Оскар», взял. Давайте вы также. Надеюсь, у вас будет негр-гей-инвалид. Все, это «Оскар». Негр-гей-инвалид, который будет проглатывать атомные ракеты. Охуенно. Заебись.
Я больше ничего сказать не могу, потому что, ну, вы сами все видели. С вами был я, Black Sun Media. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите только Форсаж. Пока-пока.